Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Талитинские тэквондисты вернулись с первенства Европы с рекордным результатом. Самарские дзюдоисты выиграли Кубок России. В Новгороде самарские дзюдоисты выиграли Кубок России. За команду боролись 11 спортсменов, и только Марии Персидской удалось завоевать главный трофей. Она в финале поборола Сабину Гилязову из Челябинска. Бронзовая медаль у Марии Костенко. В Бухаресте завершилось молодежное первенство Европы по тэквондо. В составе сборной России успешно выступили самарские спортсмены. Рафаэль Аюкаев выиграл золотую медаль, Борис Краснов завоевал серебряную награду. В итоге сборная России завоевала 12 медалей, 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. В общекомандном зачете россияне заняли первое место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.